движение, жизнь. С таким девизом саровчане пришли на забег атомных городов, который в этом году объединили с традиционным днем бега кросс-нации. Праздник организовали на стадионе «Юниор». Первые лица города поприветствовали участников, пожелали спортсменам успеха на старте и победы на финише. Забег проводится среди 20 атомных городов. Наш город не явился исключением. Сегодня присутствовали и детские сады Сарова, и младшие, и старшие школьники, студенты вузов, студенты политехникума, ну и, конечно же, работники ядерного центра. Несмотря на холодную дождливую погоду, на старт вышли более 400 саровчан. С каждым годом количество участников растет. Побороться за победу в забеге мог любой желающий, как любитель, так и профессионал. Женщины бежали 1000 метров, мужчины – 2019. Этот забег позволяет нам укрепить свою выносливость, сплотиться как команда, укрепить свое здоровье. Кто-то на забеге устанавливал личный рекорд, а кто-то отстаивал честь своего учебного заведения или предприятия. Повод для гордости был у всех, кто преодолел себя и пришел в выходной день на кросс-нации. Евгений Интяпин работает на заводе «Авангард». В свободное время активно занимается спортом. За плечами у мужчины множество достижений в соревнованиях по легкой атлетике. Дистанцию забега Евгений преодолел быстрее всех. Здоровое спортивное мероприятие. Вот, забег сегодня очень понравился, была борьба, до финиша было ничего не понятно. Убежали вдвоем с Сметаниным Иваном, на финише разобрались, вот, получилось выиграть. Праздничное настроение создавали творческие коллективы города. Никто не ушел с пустыми руками. Всем участникам забега вручили футболки и банданы с символикой кросса. Лучших бегунов наградили грамотами и медалями. Илья Зубанков занимается легкой атлетикой с первого класса. В своей школе молодой человек один из лучших на уроках физкультуры. Его много раз отбирали на городские соревнования по бегу. В этот раз юноша показал хороший результат на старте, смог обогнать своих соперников и вырваться вперед. Однако на дистанцию у него свело ногу. Илья пришел к финишу шестым. Плохо пробежал. Я мог лучше, но подвела коленка при выходе в резкую сторону. Несмотря на досадное поражение, Илья не сдается. В следующем году, в 11 классе, он собирается попробовать свои силы еще раз и завоевать призовое место. Мои соревнования нужны для себя и для результата. Также балл для школы. Это первенство лично командное, то есть школы, чьи ученики во всех возрастных группах пробежали лучше, получат дипломы за призовые места. Также грамоты и призы ждут ребят, которые пришли к финишу в первой тройке. Первенство по легкоатлетическому кроссу – часть спартакиады школьников. Туда также входят легкоатлетические многоборья, мини-футбол, баскетбол, волейбол. Когда идет на протяжении всего года, заканчивается в конце апреля детским многоборьем. Из-за погодных условий награждение лучших участников пришлось перенести на несколько дней. В свои 14 Соня Тютина – чемпионка области по пилотажным моделям и победительница чемпионата «Росатома». В ее копилке более 20 медалей и кубков. Больше всего спортсменка гордится бронзовой медалью, которую она завоевала в 2018 году на мировых соревнованиях по авиаспорту в Италии. А в этом девушка вновь решила повторить прошлогодний успех и отправилась на соревнования в Луго. Мы ездим в Италию уже второй год, и там боремся со спортсменами. Я была единственной девушкой на соревнованиях, и все меня, естественно, смотрели с интересом, все хлопали. На соревнованиях в Италии Соне предстояло пройти сразу два этапа Кубка мира по авиамодельному спорту в категории кордовых моделей. Девушке удалось обойти сильнейших участников турнира и выполнить норматив кандидата в мастера спорта. По итогам соревнований первый этап Соня завершила с результатом 244 км в час, второй – 263. Я собиралась, в принципе, пролететь 280 километров в час, но у меня это не получилось, так как погода очень сильно менялась. То есть один день был жаркий, а другие все дни было очень холодно. Максимум я пролетела 252 километра в час. И этот результат, естественно, меня не устраивает, поэтому на следующих соревнованиях я собираюсь показать более большой результат. В соревнованиях приняло участие более 100 лучших пилотов со всего мира – Китая, Швейцарии, Новой Зеландии, Украины, Польши и других стран. Спортсмены демонстрировали свои навыки в управлении самолетов и разыгрывали первые места в классах скоростных, гоночных, пилотажных и моделях воздушного боя. Класс моделей очень сложный. Модели летят с очень большими скоростями, взлетают со специальной тележки. Тележка –
после взлета отделяется. И самое главное, что ручку управления во время полета нужно поставить на специальный пилон для того, чтобы не было подгона и скорость была объективной. Очень часто спортсмены не справляются с моделью, и они разбиваются. Мировой сезон по авиаспорту 2019 для авиамоделистов продолжается. Кубок мира по этому виду спорта разыгрывают по сумме 3 этапов. Соня Тютина прошла все. Сейчас девушка находится на 3-й строчке мировой турнирной таблицы. Итоги соревнований подведут в конце октября. Ирина Вышегородцева, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей Саров 24. Открытие нового стадиона – это большой праздник не только для учеников 16-й школы. Новый спортивный объект смогли опробовать школьники со всего города. В эти дни там проходит ежегодный чемпионат по легкой атлетике «Шиповка юных». На торжественной церемонии открытия соревнований его участников приветствовали люди, благодаря которым в нашем городе появилась новая спортивная площадка. Традиционно проводим соревнования «Шиповка юных» на нашей территории. И надо сказать, что в этот раз вам будет и во все последующие годы вам будет очень удобно и комфортно и проводить, и участвовать в этих соревнованиях. Силами работников дорожно-эксплуатационного предприятия на этом стадионе появились новое футбольное поле, волейбольная площадка и площадка, предназначенная для разных видов спорта, беговые дорожки, сектор для прыжков в длину. Установлены новые урны и лавочки, уложено травмобезопасное покрытие. Проект «Межшкольный стадион» – идея депутатов Думы 6-го созыва, которую поддержали в администрации. Останавливаться на одном стадионе власти не собираются. И такие же замечательные межшкольные стадионы в следующем году – да, Алексей Ильич, мы сделаем и на 7-м, и на 7-й школе, а дальше будем двигаться согласно плану, согласно, как мы говорим, протоколу, и дальше дойдем потихоньку до 12-й, и так потихоньку до других школ. Также во время открытия соревнований глава администрации Алексей Голубев вручил награды лучшим сотрудникам ДЭП. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24. Бокс, баскетбол, прыжки на батуте, футбол и еще десятки спортивных дисциплин. Как в этом многообразии выбрать для ребенка подходящую секцию? Первый пункт на пути к чемпионству, который требует положительного ответа – здоров ли будущий спортсмен. Если врачи разрешили активные физические нагрузки, то можно приступать к выбору. И здесь нет четких критериев. Это всегда выбор душой, сердцем. Как правило, это отдают предпочтение родители таким общепризнанным видам спорта – плавание, если это для девочек, это художественная гимнастика, для мальчишек футбол, баскетбол, единоборство. ИКАР – старейшая и самая крупная в нашем городе спортивная школа. За более чем 70-летнюю историю тренеры воспитали сотни юных чемпионов, которые прославили Саров на международной арене. И даже если в спорте не удастся достигнуть высот, ребенок приобретет навыки, которые помогут добиться успеха в жизни. Эти навыки им помогают в целом в жизни идти успешными быть, талантливыми и достигать цели, которые они перед собой ставят. Вот именно этому учит спорт, учит спортивная школа, тренеры, которые вкладывают в детей свою душу, так сказать. Как говорят тренеры, зачастую выбор за ребенка делают родители, которые хотят видеть его на пьедестале почета. Но заставлять заниматься через силу не стоит. Прежде всего, нужна поддержка и понимание со стороны близких. Для того, чтобы воспитать чемпиона, нужно желание самого спортсмена, самого ребенка, настрой родителей, готовых ему помочь, и профессиональный уровень тренера его, а также потраченные годы тренировочного процесса. Бывает, что любовь к спортивной дисциплине у ребенка приходит чуть позже. А если польза видна на практике, то тренировки будут проходить с удвоенной силой. Жене Копыловой пришлось применить приемы борьбы в школе. Обидчик явно не ожидал встретить отпор от девочки. Он синяк получил. Я все рассказала учителю, и учитель, наоборот, похвалил меня, а поругал этого ученика. Присмотритесь к своему ребенку. Спорт должен соответствовать его наклонностям и характеру. Забудьте о своих амбициях и учитывайте интересы ребенка.